Итак, всем привет, с вами Допка, мы продолжаем играть в Europa Universalis 4 с DLC Cook за Византию. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а Восточная Римская Империя будет уже, я думаю, скоро, поехали. И под конец прошлой серии мы думали о том, чтобы напасть на Речь Посполитую, и, наверное, это хорошая идея, надо бы добить себе Крым, как говорится, чтобы отсюда не вытягивали лишнюю торговлю. Конечно, они не вытягивают, но торговый вот здесь вот пунктик имеется, скажем так, можно было бы это все подхавать. Было бы неплохо. Кроме этого, здесь еще Венгрия вытаскивает. Поэтому это тоже было бы неплохо себе от Венгрии отъесть. И, в принципе, съесть Венгрию, но это пока что немножко недостижимый момент. Поэтому, да, пойдем просто, наверное, Польшу, разделим с Россией. Все, в принципе, по классике. Поехали. Кроме того, я хочу сделать все квесты на двух проныр, поэтому давайте-ка наимпрувим с ними отношения. Я вложил в свой престиж в это, я вложу сейчас еще денег в это. Нужно доимпрувить по максимуму. И, наверное, наконец... А, мы можем с ними, кстати, браки позаключать. Да, можно с обоими заключать. У меня единственное... Только один слот. Поэтому только с ним. Ладно, наверное, импрувами справимся. Еще, конечно, если мы дипку вкачаем, тоже станет получше, потому что у нас из-за отставания по диптеху 10% дебаф на Liberty Desire, что не очень хорошо. Я заметил, что здесь можно подхватить еще одну профку от Персии. Обязательно ее съедим. Таким образом, мы еще сможем себе ресетнуть перемирие с Аджамом. А еще надо получить комету, ну, то не дело же. Да, мы здесь сможем котика 2, наверное, на перемирие скосить. То целом меня устраивает, я на Белый мир, наверное, и замирюсь. Можно было похавать провинции, но слишком много игры будет. И мы, смотрите, теперь можем призвать Россию без территории. Прекрасно. Сделаем, почему нет. Кто-то еще звать, наверное, не стоит. Да, там начинается какое-то сумасшествие. Конечно же, по очищению еретиков. Потому что, как говоря, вот смысл брать шпионку, если вы получаете в религиозке вот такой вот КБ, который вам снижает 25 игры. А шпионка всего лишь 20. Как бы технически, наверное, это даже чуть повыгоднее шпионки, по крайней мере, в начале, пока у вас нету никаких настаканных снижений агрессивки. В сумме, наверное, шпионка чуть-чуть получше. Это не точно. И можем еще вот так снизить Liberty Desire. И нам теперь нужен всего лишь один генерал дополнительный. Ладно, два генерала. 6 генералов нужно для квеста. Получаем 100 реформ прогресса и выбор. Что мы хотим сделать? Сразу вот это? Что я думаю, на самом деле... Блин, а Liberty Desire добить в целом не так сложно. Особенно, когда у вас есть мужики. Можно мужиками сбивать его. Можно престижем. Если вы воюете, это все у вас есть. То есть давайте им традишки и дисциплину не так сильно. А вот 5 клоунлендов вообще... Видит как что-то полезное, на самом деле. Потому что, да, это неплохо, но вы и так сможете это сделать, я думаю. Там нет никакого кулдауна. Да, берем 5 клоунлендов. Тут вайпа немножко поляка, который зачем-то идет в атаку 13 тысячами на 30. И, я думаю, без проблем. Да, там немножко еще и Россия себя танчит. Можем им что-то даже отдать по территориям. В целом, Киев мне, очевидно, не нужен, если только, конечно, Россия не начнет тянуть из Крыма, но... Теории не должна, на практике, кто знает. И да, взяли столицу Аджама. Можем спокойно с ним замириться на Белый мир, чтобы быстрее перемирие прошло. И давать вот этот вот кусочек приятный. Взяли Варшаву всего за 53 дня. Дальше тоже сейчас, я думаю, быстренько Блицкригом, скажем так, пройдемся побольше. Для нас это известная тема. Можно сделать вот эту вот привилегию на 5% стоимости. И доаннексить как раз Сирию. И не получить дебафа по депрепе за аннексацию. Это неплохо. И да, нам здесь обязательно нужна крепость в Дамаске. Чтобы как-то контролировать проход. Иначе будут гулять ребят. И смотрите. Самое классное. Так как мы их аннексировали, то привилегия сразу пропадает. Потому что остальные ребята не считаются. И мы в теории, я так понимаю, можем ее, если что, поставить снова. Да, но ее сейчас нету. Доступных даже, потому что у нас нету вассалов. И в целом это нажимать очень выгодно. Ой, Антиохия вернулась к нам. Получаем авторитет патриарха. А если нам что-то нажать, 20 мы получим. В теории можно, знаете... А, ну мы, наверное, не сможем сразу обновить. Ладно, давайте просто сделаем так и не будем что-то придумывать. Нужно не забывать, кстати говоря, что у нас тут это... Цель войны — это выигрывать битвы, поэтому надо пойти повыигрывать битвы. А то Россия там напроигрывала, и нам скоро... Мы можем варскор потерять. Мы уже с этого как бы теряем варскор. Очень забавно. Конечно, мы все равно засиживаем всю Польшу, так что проблем не должно быть, но
немножко неловко. Ну и вот мы побегали и чуть-чуть исправили ситуацию. Я хочу отдать Ригу Москве, иначе они ее хрен когда съедят сами. Давайте, наверное, поможем мужикам. Все-таки мне нужен хороший союзник. Сильные союзники мне все еще как бы выгодны достаточно. Отправим им сюда сейчас артиллерию и поможем взять Ригу. Потому что, ну, еще нет. Ну, как говорится, реально нет. Поехала. Поехали пушки. Смотрите, сразу с минус 7 на 64. А это магия пушек и генерала. Еще магия того, что у нас эту бинку девать некуда. Придется что? А, да, товарищи, придется девать на админку. Невероятно. Это факт. Ну что ж, это мир, в котором я устрою. Давайте на сдачу дадим России профку. И еще профку. Этого уже не хотят. Ну ладно. Меня такое более чем устроит. Агры все еще нормально. 37 всего лишь. Игра крашнула. Почему-то не засчитался мир. А почему мы это передаем России? Есть информация? Почему? Давайте оккупируем явно, чтобы не было каких-то приколов. Но это очень странно. Корпоровка. Все равно странно. Ну ладно. Хотя бы чуть-чуть что-то объясняет. Видимо, у них тоже был ивент на православных дефекторов. И вот результат. Да, но если оккупировать, то, конечно, все еще получаем его мы. Давайте заберем весь Крым. То, что мы здесь все контролируем. И, как я и говорил, ему да, все. Дальше дадим России пару прок. И они теперь еще и довольны. А вот такой мир, да, нас более чем устроит. Верно. И вот так. И пока на Западе немножко не любят все еще нас за нашу агрессивку, давайте сходим на восток. У нас здесь есть Казань, которая уже нету перемирия. Можем подхватить Астрахань, можем двигаться в Самарканд. Это вполне себе тоже путь в Индию, как говорится. Пока здесь везде еще перемирие, и тимурид нормально не повоюем. Хотя, почему не повоюем? Вот и повоюем, хоть и еще ненормально, да. Боливар, поехали. В итоге у нас будет примерно вот такой наследник. Опять просто среднячок, абсолютный причем. 9 сотов, то есть половина того, что может быть. Но 50 лет уже, не знаю, 50 лет, мне кажется, уже придется брать, что есть. И вайкнул я на крепости ребят, здесь тоже сейчас вайкнул. Разосиливал практически всю Казань. Ну, без проблем, быстро замиримся. Воевать, конечно, такими странами все приятнее, чем с какой-нибудь той же Австрией. Хотя уже, я думаю, Австрия была бы примерно на уровне. Особенно во время войны с Францией, кстати. Звучит как момент для нас что-нибудь у Венгрии взять, к примеру, Валахию, наконец. Ой, уже какие-то страны получили новый институт. У нас, кстати говоря, тоже на 65%. Очень быстро он растет у нас в Константинополе. Мы теперь, в теории, можем попробовать найти, кто нам его продаст. И находится Мюнстер. Он получит просто гигантские деньги. Я сейчас не буду знать, что с ними делать. Просто страна получает 20 монет. А доход Мюнстера, наверное, не составляет 20 монет. Просто, господи, как же здесь... Поиск работает. Можно мне? Так. Унстер мне надо купить. Ладно. Да, храни свои секреты. Видимо, из этих ю. Ладно, я нашел его. Да, 9 монет, ребята. Они получают 2,5 своих линкома. Они просто с ума сошли, наверное, сейчас. И вымириваем тимуридов. Получаем репарации, рвем лишнее. Достаточно просто. И да, теперь Казань тоже готова нам отдать. А, ну, золото, я думаю, это уже... Так. Да, мы все еще можем взять казанское золото. В самом деле, а чего, собственно говоря, и нет. Немножко Россия расстроится, но я думаю, она это переживет, а нам это золото пойдет куда надо. С тимуридами обязательно все равно нарубим союз. Хочется воевать вот так вот. Ой, это немножко расстроило Россию, но у нас, блять, 89 фейворов, 100 траста. Не говорите мне, что вы сейчас союз хотите порвать. Это было бы смешно. Ой, появился пресс в Константинополе. Прекрасно, качалка делает свое дело, а мы... Давайте-ка... Ага, здесь мы очень можем распространять.
Домиков на это, да. Бейса нету. Кстати, можно было бы вот этот домик поставить. Хоть это немножко тоже нам даст денег. И да, они просто взяли и порвали союз. Ну, да. Немножко грустно, но поделать. Ладно, у нас еще есть пока Британия, и, видимо, нам придется делать союз с какой-то Данией. И не остается, наверное. Ой, мы унаследовали Албанию, я даже особо не заметил, но да, это произошло. Давайте очистим Венгрию от еретиков, как говорится. Немножечко заберем территорию себе. Сразу на осаду, я думаю. Нет, думаю, что здесь найдутся хоть какие-то силы мне против. И у нас еще один... Нужно принять закон в сенате нашем. Я думаю взять, наверное, торговца. Миссионер нам не нужен, у нас так хватает. Техкос, конечно, приятно. Слушайте, в принципе, может техкос... Ладно, наверное, нет. Наверное, нам нужны деньги разгоняться. Опять-таки, есть еще реформ прогресс гроус, который не так плохо, потому что нам реформы бы тоже попринимать. Но я думаю, просто возьмем казуального мерчанта. Ну и просто катком проходим по всем замкам, по их войскам. И, в принципе, я думаю, очень быстро замиримся. Слушайте, я придумал, наверное, мир, на который мы уже готовы пойти. Заберем мы золото венгерское, заберем просто денежки. Наверное, было бы неплохо еще порвать какие-нибудь союзы у Австрии, но сильных союзов тут нету, так что как будто плевать. Давайте просто репарации заберем и это устроит. Конечно, это не супер наши клаймы, но наш клайм — это вся Венгрия, потому что попадаем в КБ прекрасному религиозному. Да, так, по чуть-чуть денег. Вот и воспользовались моментом. Супер быстро, супер выгодно. А что мы наконец-таки смогли вот это вот сделать? И смотрите, если в Константинополе у нас есть мировой порт, то мы можем сделать порт Македонии тоже третьего левела бесплатно. Конечно, немножко собьет наши торговые компании, но вообще, наверное, нет. Я думаю, мы сможем. Вот она, Анатолийская, 52. Будет очень близко. Наверное, даже слишком. Ну ладно, мы подделаем и здесь тоже поднимем. Просто, а почему бы нет? Почему бы нет? Здесь тогда мы бесплатно получаем все третий левел тоже. У меня здесь пираты. Французские пираты. Отвратительно. Это воистину отвратительно. Пойти просто победить их, конечно же. Они потому что крадут наши деньги, вот и все. Мы не позволим себе такого. И пока все еще где-то есть перемирие, продолжаем кушать персию, потому что персия — это вкусно и выгодно. И без особых проблем забираем себе все, что хотим. В основном, конечно, хотел Баср, но здесь, видите, не очень удобно. Мы все равно никаким ТКшкам не пройдем. ТЦшкам, точнее. Так что, да, ТКшки не сделаем. Поэтому берем максимум персии. Чуть в кормузу подходим, мы, наверное, дальше будем есть Тимрида, но Мерту перекусим мамлюком. Итак, здесь мы религию, кстати, не поменяем в ближайшее время, что немножко грустно. Мы можем застейтить, и в теории будем получать побольше денег. Здесь я уже застейтил, и религия нужна. Разобьем ребелов, и будем получать отсюда побольше денег, и сможем, кстати, делать квест на золото, потому что с одной пробки 10 золота делать немножко опасно, она, скорее всего, развалится, а вот это можно и сделать. Да, время... Валять мамлюку. Здесь Хаса, Тунис и то, чего мы не боимся. И я отвлекся, я увидел, что 6000 боснийцев пошли против 12000 мамлюка. И вы видите, кто жив. Да, один босниц стоит двух мамлюков, как видно. Бывает, наверное, здесь Тунис публиковал на крепости. И, наверное, здесь сейчас все отсиджим. Плюс выведем Тунис из войны. Да, можно сделать этот квест. Получаем мы Domestic Trade Power. С торговцев наших Trade Power получаем, кстати говоря, бабки на институт, что всегда приятно, и советника скидочного на инфляцию, что, кстати, тоже супер круто. Дешевле двух монет, стоит одно очко. Вот настакали, хотя, конечно, без вот этой вот 50% скидки чуть побольше. Ну что, посаждали мы все, можно теперь замириться. Давайте, наверное, все-таки Тунис порвем ему союз с мамлюком. Он порвался уже. А, ну Тунис еще, точнее, мамлюка еще напала Эфиопия. И Тунис такой, нет, я, ну нахер, получать за мамлюка не хочу больше. А правильный выбор, беремся. И мы можем заставить мамлюка капитулировать. И да, забираем здесь все по претензиям. Да и не только.
общем-то, обрезаем басру. Получаем здесь проход, плюс по квесту тоже нам это нужно. И 20 over extension. Получаем с кучей-кучей агрессивки, но нам ебать. Мы чурбан. Нам... Да. Мы все это очень быстро закорим, поэтому как будто и не почувствуем, я думаю. Да, Иерусалим вернули в нужное место. Нам Теос ульт. Получаем еще дипку за это. В квесте клавим на весь Египет. Митрополии дадут нам еще плюс 2,5 авторитета. Но пока что мы это не делаем, у нас так и хватает. Престиж и сила против язычников и миссионеров. Очень приятно. Здесь мы можем получить себе также трансгудцов здесь вот, но это попозже. Стабильность и все. Потом. Это мы нажмем, когда мы все здесь, я думаю, дозахватим. Пока у нас есть квест пройти сюда, пройти в Италию. Но здесь вообще немного осталось на самом деле. Ой, у нас еще вот этот квест сейчас будет готов. А там и до вот этого недалеко на самом деле. 400 монет, 100 монеток в Константинополе. Да, это все очень реально для нас на самом деле. Так что давайте-ка в Александрии. Я хочу этот квест сделать пораньше. Чтобы нам делать этот квест, нам что нужно? Просто перевести, я думаю, наши торговые корабли. В Александрии будет 80%. И не хватает всего каких-то 3%. Давайте просто достроим корабли, благо у нас есть некоторый лимит. Они же точно плавают? Да, плавают. Давайте еще немножко. Ой, Россия такая... Давай это, давай, дай мне дукаты, я тебе фейворы, а? Как тебе идея? Отличная же идея. Отличная идея, да, развести меня на дукаты. Спасибо, нет. Да, нет, там, кстати говоря, на самом деле, вроде не такая же слабая. У нее, во-первых, есть exploration. И другие идейки, там, административка и аристократия, что не слишком хорошо. Но видите, они воюют с ракезами, как будто они там строят свою колониальную империю на севере. И... Англия как будто тоже, у них там, видите, Ньюфаундленд, здесь какая-нибудь будет Винланд, да, так и есть. Это сочетание такие приятные, но, конечно, Франция здесь выглядит угрожающе. Но это бот, поэтому я не боюсь. О, и Италия вновь доступна для завоевания, там все ребята забыли о том, что мы здесь очень страшно всех завоевывали. Можем пойти и продолжить это дело. И чертова Франция продолжает захват Папы Римского, что мне не нравится, пока что она не трогала то, что мне надо, то есть венецианские пробки. Но мне нужен еще и Рим. Поэтому пока что... Да, напряженная ситуация. Здесь, ладно, ребята не воюют. А давайте тогда по-быстренькому. Здесь совсем справимся. И да, наконец-таки я добился этого квеста. Три меркантилизма. Новая привилегия. Которая от нашего меркантилизма какие-то дает бонусы. Получаем еще 10 продакшена в наши ровки с мануфактурами. Что нам еще надо построить 21 мануфактуру, поднять себе белье на всего лишь 22. Я думаю, мы сейчас пойдем просто вот сюда захватывать и отсюда и вывезем что-нибудь. А плюс, конечно, рынком 400, но это само собой сейчас потихонечку добежит. И мы получим конца эпохи реформации. Получается, до конца текущей эпохи, потому что я видел, что у нас до этого было Age of Discovery. То есть я, наверное, вот здесь вот это нажму как раз таки. В теории, кстати, можно сделать забавный абуз, можно остаться в эпохе реформации, не спавнить Global Trade себе, так как мы точно сможем гарантированно сделать так, чтобы он только у нас мог заспавниться, и всегда остаться в этой эпохе, всегда остаться с этим бафом. Но я думаю, мы просто сделаем это в эпохе абсолютизма, и я думаю, мы будем закрывать шпионку. Таким образом, мы возьмем себе, уже взял фокус на дипку, берем идеи, закрываем шпионку, под религиозного КБ нападаем и лутаем просто минус кучу агры. Да, уже минус 20, будет минус 40, минус 65 теоретически с Казембелли, ну и по мелочам может быть. В любом случае будет прикольно, если накидываем еще 15, то сейчас будет 80 в эпохе абсолютизма, а там еще админ эффективность будет уменьшать. В общем, походу будем есть бесплатно. И, наверное, какую-нибудь дипку добрать на варскор, либо что-то еще из военного, если нам не будет хватать для войны с Францией. Примерно такой у нас затар на Римскую империю. И вот оно, перед тем, как мириться, берем сюда шпионаж. Особо мне скидку сделать нечем еще больше, поэтому сейчас ждем еще один месяц и получаем 20% скидочку. И у нас так, 100 престижа, да, по максимуму. Таким образом, на Францию мы не получаем слишком много игры. Франции плевать, что мы захватываем
столько дева прямо из-под ее носа. Закорим мы все это всего за 142 админки. Что не может меня не радовать. Меня немного расстраивает, что Франция забралась немножко в Венецию. Из-за этого, чтобы полностью контролировать регион, придется с ней драться. Хотя Франция пока сюда ничего не кидает, нам без разницы. Так что достаточно съесть Феррару и Папу Римского вот здесь вот. Ну и в принципе Рим тоже хотелось бы, но все по квестам пока что не спешим. Наша Византия, наш Феникс просто расцветает. Монетки можно побольше, пока у нас Верхсенша немножко подупала. Плюс нам опять пиратов закинули. А так, я думаю, 400 монет у нас практически есть. И 100 в Константинополе тоже доберем, как заберемся Самарканд и Армуз с Бастрой. Что будет уже, я думаю, буквально в следующей серии. Нам тут немножко осталось. Александрию мы всю вытягиваем. Можем потом еще пойти в Эфиопию прогуляться. Куда-нибудь еще, не знаю. Ну, да, на север смысла нет, так что так. В любом случае, с вами Red Bull Dope. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твитчи, скрут, будьте все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока.